больно, прикинь. Дай бог, братец, дай бог, все хорошо. Надо отвлечься, родной, прости, пожалуйста, это... Я вот сейчас о своей подумал, и это очень тяжело. Я не знаю, братец, что ты чувствуешь, но... 57, мама, молодая, ведь еще. Так, все, погнали. Так, парни, вы здесь? Да. Держись, братец, самое главное, все будет хорошо. Да, ок, пошли на килу. На ки... А, видяхи забери, пожалуйста, видеокарты и... А. И биточек. Вот они. Кто? Видеокарты, биточек. Алло, родной, парни. Оу, я тут. Вот, две видеокарты, братец, вот. Забери. Спрячь в трусы куда-нибудь. Ну? Вы меня не слышите, что ли, чат? Забирай, забирай, это забирай, чат. Это не мне не надо видеокарты. Ну кто-то же сказал, что у него еще нет фермы. Забери, братец, у кого там фермы нет. Забери, вот. И кому же биточек нужен был? Все. Все, погнали. А, пойди, квест, да, у тебя? Я скину, я скину. Вот, вот, видишь, лежит, вот смотри. Кружочек. Так, у меня здесь квест, короче, я сбегаю, да, побежу. А где, далеко квест? Нет, вот здесь, прям в упоре. Показать вам. Пошли, поможем. Не, братец, нормально все, ластан, нормально. Ошалеть, я даже забыл, что про этот квест вообще. Как тебе казали? Огонь на подавление! Все, сделал. Бар, я понял. Погоди. Да сбоку попробуй. Наверное, просто в малых местах все точно. Ага, побежали. Да не сбросься, наверное. Вроде его там никто не убивает еще. Либо его просто нет. Все, как закончится время, скажи. Там, по-моему, умирать же нельзя. Закончил. Все. Погнали, поубиваем килла. Прямо держи! Видеть бы тебя еще. Какой стали твоя голова сделана, родной? Пацаны. Можешь мне оставить, если не сложно? Килу я имею. Килу оставить? Угу, если не сложно. Тогда тебе вперед меня надо будет ходить, потому что если он загорится уже, то все, это уже жопа. Давай, налево пошел. Налево, все, налево. Авокадо установлю, основу авокадо. Я пока чекну его тогда. Не здесь долго. Килла здесь, иди сюда. Быстрее, быстрее, ко куда мне. Именно, куда именно, куда да именно. Блин, как поднялись наверх, прямо беги. Окей, окей. Чё? Тебе ты имеешь в виду или куда? Сейчас принесу, да, пап. Прям сейчас не могу же, я чё, пап. Сюда, сюда, давай быстрее. Иду, иду. Вот здесь слева килла стоит, прям в голову дай ему. Не пугай его, а ты его убиваешь, а? Всё, спасибо.
Чё там у него есть интересного? Красный сейчас будет любом. Давай, давай. Только рад буду, если там будет красный. Но там лап карта, братан, забирай. Тоже пойдет. А что не слышно его? Кто-то файтится. Кого не слышно, братья? Киллу, в смысле? Ключик. Так, я в авокадо схожу пока, да? Ходи. Пошли вместе, я просто не шарю в этой локации. Кто там третий? Пойдем, пойдемте вместе, пацаны. Я в авокадо потом досмотрю. Расмус. Авокадо здесь около разлома, мне здесь долго сидеть. Можете ходить пока что. Расмус. Расмус смотрел? Не, не смотрел. Пошли, насчет видеокарты туда-сюда посмотрим. Ну, по сути, пока свет можете включить. Айфон нужен кому-нибудь золотой? Нет. А квесты туда-сюда? Так, братцы, держитесь вместе, я пойду свет включу и вернусь. Он справа в авокадо. Я пока ставлю, не могу говорить, потому что меня сбивается. Да, 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 да. Да я не вижу тебя! Патронов нет! Вижу тебя, ты крадешься, да? Максим, тебя что, выкинуло? Не, я лежу, просто я... Это я ж... Да, да, там ЧВК есть. Так, все, я закончил. Мне теперь какие-то журнальчики надо взять. Минусанул. Не выйдет. Не знаю, какие-то журнальчики. Да, вот. Да, три журнала надо взять. Два. Нет, два, два, да. Не знаю, я его не вижу. Вы меня не слышите, что ли? Слышим, слышим. Два журнала. Где-то бот, непонятно. Короче, конец коридора надо. Вот если прям туда бежать вперед. Все, буду. Вадим, так этот свет включил или нет еще?
Нет, ну это чувак напрягает. Там ЧВК был. Убил. Шишига. Убил, убил, пацаны, нормально. Это полкиба, да? Парни, меня слышно? Да, слышно тебя. Полкиба, говорит, убил? Нет, я внизу в подвалах убивал. А там кто-то есть. Слышишь, Игорь, тут кто-то есть, Игорь. Около кибы там, может, где мы килл убивали. Понял? Чел. Аккуратнее там, ребят, не убирать. Да, ну нет. Так, парни, сейчас патроки повытаскиваю, короче, вы там не умирайте пока что. Угу. Он там сидит в камне. У тебя ключ есть, да, от мед этого? Медсклад или что там? Нету. А зачем, если свет включишь, что изменится-то? Я думал, у тебя ключ есть. Нет, брат, ты что? Я эту карту вообще не люблю. Я, получается, просто так вниз спустился. Походу. Игорь, у тебя есть ключ? Нету. Нет, я этот ключ за 2 ляма продал, когда он был у меня. Ну ладно, ничего страшного. Чтобы ничего не потеряли. Так, по сути, да, я сейчас приду к вам. Этих разлутаю, одного человека разлутал, второго сейчас разлутаю, патрон докидываю. Короче, Вадим, он сидит напротив кибы. Я сейчас приду к вам. Ну, по возможности не... Ну, еще будь осторожен. Возможно, он отошел куда-то ближе к центру. Да, я его и там найду, брат, не переживай. Просто броник бы найти мне. От килла что, броня не целая была разве? Целая. Ну все, если вдруг не найду, я приду к тебе от килла. Броник. Угу. То без брони бегает еще яма. Меня с двух сторон, с одной стороны бот зажал этот момент, и с другой стороны чевок, короче. Тяжко было. Блядь. Меня сзади убили. Хм, охуенно. Сзади. Здорово, Ники. Хайм кол какой-то. С иголок. Да, калаш был слышен. Чайно. О, тебе. Нахуй кидает. А, слева от разлома он был, если что. Один. Он слева от разлома? Да, откуда мы пришли. Все, понял, принял. Сейчас я сейчас пойду чуть-чуть. Я... Он припадет. Слева от разлома. Все, окей, сейчас буду. Привет. Так, ты сам где? Рядом со своим. Я понял, а свой где умер, я же не знаю. За стеной какой-то. Как из разлома поднимаешься, только сзади там какая-то брезент. А он где был слева от разлома, да? Он слева от разлома, где-то чуть подальше, через магазин. Я поднялся. Ты бегаешь?
Да, я поднялся. Это ты сидишь на картах? Нет, нет, не ты. Все, понял, мне больно. Ты сзади стоишь, даже меня? Да. Сзади ползет. Убил. Убил я здесь тоже. Я килл убивали, тоже убил. Окей, я вот здесь рядом с тобой. Где наш лежит? Сзади, да, в этой фигне. Где? Вот это он наш, да? Да. Еще кого-то слышу. Смотри, этот... блин, а что, разгрузки не было, что ли, никакой? Так, иди сюда, забери с нашего все. Пока разгрузку себе найду. Ники, нормально, братуха, все четко, как сам? Как настроение? Приятного просмотра, кстати, хорошего настроения. Изи, брат, изи, это же изи. Просто изи. Браток, ты чё мне пришел слик подарить, что ли? Не ты... дикий слик принести за 85 тысяч. Нормально. Что? Так. Ты шифтуешь? Нет. Не я. Понял. Не задерживаемся тут, чутка, хуевое место. Дальше на выход пойдем. Тихо. Он с ДВЛ-кой был, ДВЛ-ку где-то выкинул. Так, тут броник есть 51. Ну, хороший броник еще. У тебя места нет, наверное, да? Нет. Ладно, забей. Так, чё, у тебя там по луту? Ты забрал? Всё. Да, забрал. У тебя в рюкзак же ещё... А, вот тут же ещё труп лежит. Да, я убил. Так, рюкзачок у тебя есть, да, хороший? Нет. Чё?
Есть, а там места нет. Понял. Но рюкзак главное есть. Так. Можно сюда упаковать. Так, это ты же, да, дергаешь там оружие? Да. Сейчас упакую себе тоже что-нибудь. Металл? Где-то сверху, да? Да, он убежал опять наверх, блядь. Это батя уже, такой же. Братух, когда ты на месте ходишь, у меня, блядь, инфаркт. Микроинфаркты там случаются. Так, что это получается? Все равно не поместится. Так, ну эту каску придется выкинуть тогда, получается. А тебе? Да. Сверху откуда? Бля, ты посмотри, он меня простреливает с дробаша, а я с девятками нет. Бля, как в эту хуйню играть, я не понимаю. Он сверху меня простреливает, а я его не могу. Работает? Да. Блять, слик мне портит просто. Трофейный слик хочет испортить. Вон, вижу, ой, скорее. Это не... А, это он по тебе работает, что ли? Это я по нему стреляю. Он на дом. Че, пошли на выход? Все, я понял. А это кто? Ботяло. Так, того чего залутали, все залутали. У тебя рюкзак полный? Да. Нормальный лут там? Да, нормально. Смотри, браток, говори, потому что у меня лежит здесь лут. По идее, мне лут нахрен не нужен. Ну, в этот день именно. Так, у нас выход, чё там, выход на железной дороге, я вообще не шарю, братан, где это? Да, тоже. А, пошли тогда по пути разберемся. Эй, ты, где ж ты искал, куда ты идти? Пойдём отсюда, чё-то отсюда хочется пойти. Прям чувствую, что выход где-то там. Железная дорога. Стамина. Бежите. Ну ша, мы направо дадим отсюда. Хотя это долго слишком. Блять, пошли, родной. Эшишки нет, да, у меня здесь? Нет. Как стамина накопится, говори. Бывает? Так, Максим, у тебя застрахована тварь, это я выкидываю. Чё конкретно? Мемка. Да, хакашка застрахована. Уши тоже, да? Нет. Только хакаш. Хочешь сегодня получится поиграть? А то всё никак не могу. Да, можно будет, братуха. Сейчас мы пойдем поиграем. Эту каточку завершу. Так. Я потерял. Да, пошли. Сколько тебе килограммов? Нормально, все выкинул рынку, пока что. Хорошо.
Хорошо, родной, ну как дома будешь, напиши мне, пожалуйста, если я еще буду на стриме. Ну в Дискорд зайди, если я в Дискорде буду, напиши ко мне, братуха. Если в Дискорде буду, братуха, пиши. Обязательно поиграем, без проблем. А если, братуха, именно на стриме хочется поиграть, то... то только по воскресеньям, братец. У кого-то была денюха вчера, короче. Сказал, поиграем, поиграем. Я сказал, заходи чуть позже, так и не зашел. О, это где был выстрел? Прямо же? Сзади. Сзади были, да? В один бут, что ставки? Не и понял. Ставки. Ставки? Угу. Ставки, да, сейчас админы. Где, не знаю я. Но я сам буду ставить ставки. Просто забыл про них. Надо как-то копить баллы. Да-да-да. Ты сзади, что ли? Ну да, наверное, нет. Ну неплохая такая катка получилась, мы ее тоже скачаем сегодня. Давим длинными. Местные пожаловали. Этот сделан. Давим. Цель уничтожена. Лучше сам выходи. Ага, выход обнаружен, все, съебать пора. Масса пива налей на стол. Еще раз. Хорошо, братки, рад был с вами поиграть. Если что, поиграем. Каждое воскресенье, братцы, залетайте, с кайфом будем играть, короче. Ага, спасибо. Хорошо, давай, да не за что, пацаны, не за что. Все четко было. Так что запишу код и тот момент.